Всем привет! Сегодня у нас очередное кассетное видео, формат 2000. Купил еще парочку кассет, хочу вам их тоже показать. Какая прекрасная упаковка! Вот и сами кассеты. Вот такие вот парочка кассет формата видео 2000. Ну, это, конечно, немного странно. Сам формат называется «Видео 2000», как вот здесь вот написано. А кассеты называются VCC, ну, либо видеокомпакт-кассеты. То есть сам формат и кассеты называются по-разному. Давайте сначала посмотрим вот на эту кассету. Артефакты. Кассета BASF 360 минут. Ну, здесь две стороны. И два предохранителя. Вот тоже с одной стороны есть металлическая вставка, а с другой стороны нету. И мне нравятся вот эти металлические втулки. Симпатичная кассета. Кстати, я вот сейчас только заметил, что у них немного такой скошенный торец. У тех моих кассет, которые я в прошлом видео показывал, я не замечал. Вроде бы тоже так же, но как-то не обратил на это внимания, потому что вот в таких коробках это и не видно. Они вот, когда лежат вот так вот, а вот в этих коробках сразу было видно, что что-то не то. Ну вот, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Но кассета такая симпатичная. Тут у нас что-то на немецком языке, но это записи, которые здесь есть. Тут вроде бы и на русском что-то есть. Не знаю, прочитать не могу. В общем, вот такая вот кассета. Кстати, коробку можно сравнить. Вот я специально подготовил. Вот, наверное, вот с этой кассетой BASF. Вот так вот кассеты отличаются в высоту и в ширину. Да, можно сравнить. Я еще такую кассету достал. Но это все-таки более какому-то голубому оттенку. Синему голубому оттенку. Причем металлик. А вот здесь прямо подходит. Хотя это тоже серый, металлик. Но подходит больше как-то, мне кажется, по дизайну. И вторая кассета тоже BASF. Ее уже можно сравнить, например, вот с этой упаковочкой. И она довольно интересная. Вот так вот это все сделано. Здесь оригинальные наклейки. Показаны, куда они клеются. Сверху кассеты прямо вот на крышку. И с этой стороны тоже у нас наклейки, которые клеятся на торец. Также есть артефакты немецкие. Выглядит вся эта наклейка. По-видимому, здесь еще можно что-то писать, но не можно, а нужно, да, что у нас записано на кассете. Так как кассета двухсторонняя, 360 минут, здесь много чего можно было написать. Сама кассета еще вот с такой вот пластиковой прокладкой. Это реально пластик, это не бумага. Очень тонкий пластик. Есть какая-то надпись. Не знаю, кто в немецком шарит, можете мне написать, что здесь написано. Кассета, в принципе,
такая же коричневая, как я показывал в прошлом видео. Ничем она не отличается. Точно такая же кассета, 360 минут. Тут вообще нету никаких металлических вкладок, кроме вот этих вот втулок. Здесь ничего нету. Ну, мне нравится этот дизайн. И вот это вот все. Интересно так сделано. Вот это вот все. Прямо кусок Аракала. Вот здесь даже видно его заводские надписи. Не знаю, что за фирма. Ну, короче, это подобие Аракала. Самоклеющаяся бумага. Вот так вот это закрывается. Вкладывается вот сюда. И получается полная надпись. VCC 360. То же самое здесь. Еще раз посмотрим на обе кассеты. Мне, кстати, в комментарии написали, что в Германии вот эти боксы продавали отдельно для вот таких вот кассет. Ну, наверное, так и есть. Сами-то кассеты выходили вот в таких вот заводских коробочках. Ну и мне кажется, смотрится это гораздо круче. Всем спасибо и пока.